Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет, страница 95, упражнение номер 3. Вспомни единицы массы и соотношение между ними, смотря пород обложки. Единицы массы – грамм, килограмм, центнер и тонна. 1 килограмм равен 1000 грамм. 1 центнер равен 100 килограмм. 1 тонна равна 1000 килограмм. В одной тонне 10 центнеров. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.